Иванов Петр Михеевич родился 19 октября 1913 года в селе Новотулка, ныне Питерского района Саратовской области. В Советской армии с 1933 года. Окончил военную авиационную школу пилотов в 1934 году. Участник в национально-революционной войне испанского народа 1936-39 года. Советско-финляндской войны 1939-40 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир 866-го истребительного авиационного полка. 288-я истребительная авиационная дивизия. 1-й смешанный авиационный корпус. 17-я воздушная армия. 3-й украинский фронт. Подполковник. Петр Михеевич совершил 299 боевых вылетов. В 80 воздушных боях сбил 17 самолетов противника. Погиб 28 ноября 1943 года близ города Запорожье. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 года посмертно. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени. Похоронен в Запорожье. Мы горды тем, что в нашем селе родился Герой Советского Союза. Иванов Петр Михеевич. Будут вечно в памяти народной имена героев-земляков. И страной своей непокоренной мы гордимся испокон веков.